Всем привет! Сегодня мы будем смотреть новую богиньку. Ее наконец-то дали нам в акции. Это вот Cherry Blossom Melody Goddess. Да, я не помню, как она на русском, но у меня сейчас стоит на английском клиент, поэтому будем так. Это новая богинька. Богинька на крит. Крит она дает топовый, точно так же, как мелодия F. Плюс еще, кроме атаки, как мелодия F, она дает еще смертоносность. Мы думаем, что она еще будет давать скилл. В принципе, сейчас будем все проверять. Проверять мы будем... Значит, каким методом? То есть мы ее, соответственно, собрали для вас. Вот у нас есть осколочки. Да, вот 170. Значит, мы ее одну собираем. Так, дальше мы возьмем фрагменты богинь, вытянем мелодию F. Так как нам нужно будет мелодию F поставить, мы сейчас берем... так, сюда мы ставим новую богиньку. Пока поставлю сюда, если что, потом буду переставлять. Так, а здесь... Да, здесь полностью проточены, да, я так понимаю. Давайте посмотрим коня. Значит, 2, 3, 4. Ага, нет, не полностью. На 5. Ну, нам нужно, чтобы полностью. Окей, давайте, значит, возьмем с другого слота. Мы возьмем вот отсюда. Здесь вот максимально проточен. Да, и сюда мы воткнем новую богиньку. Да, проточим ее сразу на 2. Так, теперь посмотрим, что она у нас навык дает. Да, дает навык. Увеличивает вашу прочность на 11% на 12 секунд. И стреляет стрелой, shoot arrows. Где наносит 200% атаки и 50% дамага. Также 200% атаки и 50% дэмиджа на 7 метров. Так. Эта атака имеет шанс 70% крит-рейта дополнительного. То есть она будет критовать. Это, в принципе, очень даже интересно. Так, сейчас мы ей еще коня сделаем. Для этого нам нужно... ту, которая у нас есть, значит, апгрейд. А, значит, нам нужно разобрать. Видите, я пока вот сплю еще. Да, нам нужно разобрать вот эту вот мелодию. Мы ее разбираем. Дальше мы мелодии вот эти вот прокачиваем. 3 штуки. Раз, 2 и 3. Соответственно, у нас появились камни на коня. И здесь мы прокачиваем коня. Что нам конь дает? Крит, парирование, хп, прочность и атака. Здесь что? Крит, парирование, хп, прочность и атака. То есть, в принципе, те же самые статы. Такой вот конь, но мы его активируем. И прокачиваем максимально сразу же, так как она у нас будет в слоте. Мы ее проточим до 7 в эту акцию, я думаю. Вот, поэтому сейчас пойдем еще тестить навык. Правда, не в PvP, но да, вот такой вот. И в итоге у наши статы сейчас получается в плюс 2 с максимальным конем. Это крит 2700, парирование 1200, смертоносность 960, хп 38000, прочность 1200. Но вот это вот интересный стат, конечно, прочность плюс 11%, это прям вот очень интересно. И с каждым левелом, я так понимаю, он будет повышаться на 1%. Соответственно, на 15 он будет плюс 20... 4. Да, если я не ошибаюсь. Плюс-минус. Плюс 24. Так, соответственно, навыки у нас. Скиллы. Goddess. Да, вот 3. Откат сейчас 20 секунд. Мы поменяем, нам нужно первым местом вот это вот. Ради интереса. И, соответственно, зайдем поля. Посмотрим, как у нас происходит. Так, давайте мы слезем с коня. Так, и смотрим. Ну, такое, критует и вешает на вас баф, прочность повышающая. Откат, кстати, я не засек. 20 секунд теперь откат. Давайте будем еще раз, зайдем быстренько, чтобы откат не ждать. Проверим, может она массовая. Ну, по-моему, что она просто стреляет вперед на одну цель. Мы сейчас станем вот здесь вот.
Ну, по-моему, что был выстрел на не на одну цель. Давайте еще раз проверим. Выйдем, зайдем. Так. Надо где-то побольше найти, чтобы побольше мобов было вокруг. Где? А вот. Вот. И проверяем, смотрим. Смотрим. Нет, на одну цель, да, выстрел все-таки в одну цель. И повышает вашу прочность. Прочность, я не помню, по-моему, на сколько? На 10 секунд, да, если я не ошибаюсь. Сейчас мы еще раз посмотрим. Богинька. А на 12 секунд, да, повышает на 12 секунд прочность на 11% и наносит дамаг, при том, что дамаг критовый. В принципе, неплохо, богиньку эту можно прокачивать, тем более нужно прокачивать, так как она нужна для инструменталки, для тона, да, инструменталка уже последняя, соответственно, и вот для тонов, то есть нужна третий левел и седьмой для пятого тона, то есть все равно нужно прокачивать по максимум. Также, что еще хотел показать в этом видео, это то, что PvP-кольцо достигло нашего максимального уровня по проточке по звездам, я так понимаю, да? Правильно, по звездам? Вот это по левелу, это по звездам. По звездам. 149 уровень по звездам, это пока максимальный. Да, вот эти вот статы оно дает. Да, и имеем мы сейчас 17,9 миллионов. Я думаю, что на 18 миллионах мы сделаем обзор персонажа. Ну, пишите в комментарии, если интересно, то мы сделаем. Если не интересно, то не будем. В принципе, ну, что, если не хотите, то не будем. Да. Ладненько. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.